Всем привет, друзья! С вами Психиатр, и мы продолжаем играть в The Dark Picture Switchback. А на мне мой любимый виртуальный шлем. А я убавил немножко громкость, потому что было как-то громковато. В смысле? Здрасте. А мы разве на этом закончили? Не понял. Идите нахер! Я! Я разве на этом заканчивал? Подожди! Что за херня? Я, по-моему, не здесь заканчиваю. Что это за место вообще? Я как сюда попал? Чего у меня так очков-то мало? Пацаны, вы чё? Кто? В смысле? Иди нахер! Тихо. Шутан пошел жесткий вообще. Так, нормально, пацаны. Успокоились. Ой, спокойно. Что это? Нормально, что-то я какие-то очки собираю, я понял. Да попади! Ёбаная головёшка. Хрен попадешь на самом деле. Короче, надо потихоньку привыкать к тому, что мы тут в VR сидим. Спокойно, мужик, спокойно, тихо, ушел. Потому что в первый раз было вообще очень сильно непривычно, очень сильно укачивает. На самом деле с перестрелочки... Опа! Хорош, нормально. С перестрелкой будет попроще, чем с катанием на вагонетке. Ой, больно. В принципе, если особо не смотреть на дорогу, то нормально. А вот когда начинаешь смотреть, что ты куда-то едешь, тут уже становится немножко не по себе. Фух. Так, тихо там. Ой, в смысле? Это что я такой за херню взял? О, вот это нормально. Вот это вообще отлично. Так, пацаны, ну спокойно. Куда пошли? Собаки. Так, все, я более-менее немножко отстрелялся. Сзади что ли кто? Фух. Главное, чтобы вагонетка быстро не ехала. Етить, курить. Да пошел ты в жопу. Так, это что такое? Опа. Смотри, заметил. Куда делся мой автомат-то, алло? Чего опять я с этим пистолетиком дряхнул? Опа. Так, тряпка нормально. Вот когда она ускоряется, мне прям реально становится дурно. Лучше бы она все время спокойно ехала. Я еще не привык. Не привык к таким быстрым этим. Ну вставай, собака, хуй ты лежишь-то. Но я же видел, что ты встань. Тихо, крыса. Ушли, собаки. Что за херня?
Опа. Нормально. Так, за эти черепушки тоже эти очки дают, поэтому я их буду уничтожать. Опа. Опа! Я тебя видел, собака. Ну давай! Чего подстава? Ушел! Это не зеркало, ни хрена! Тихо, тихо, тихо. Бляха, нет, ну давай. О, это из этой, из первой части, что ли? Отвечаю, это из первой части сейчас было. Блин, вот эти ускорения, я прям не могу с ними. Да подожди ты, наушник вылетел. Фух. Вот, когда мы спокойно едем, то есть мне прям вообще нормально. Едем так, не спеша, что-то рассматриваем, когда это херня... Иди нахрен! Ну что с тобой делать-то? А когда вот она начинает ускоряться дико, мне становится не по себе, если честно. Да как? А, эти черепушки не сбиваются, что ли? Ты еще кто такой? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Убегай! Вау, ей! Второй! Собака! Хорош! Хе-хе-хе. Так, черепушки. А, их не сбиваются, окей. Опа, что ты сделал? Что я сделал? Зачем? Поверни! Отдай! Опа. Опа, тихо. Не надо! Не надо! Да успокойтесь! Пошел в жопу. Иди нахрен! Иди, вот это говно! Иди! Иди к черту! Чего эта херня не взрывается? Во все стреляю! Ну ты куда не попаду? Фух! Отлично! Опять горки пошли, опять горки. Не надо меня ускорять, пожалуйста. Не надо, медленней. Успокойся. Собака. Это из этого момент не да. Первая часть, отвечаю тебе. И путешествуем по старым людям. Пошел в очко. Да ты же кто? Вот эти двойные вообще... Жесткие! Сдохни, мразь! Фух. Я это так делаю, закончится уже! Да твою ж налево. Я не хочу вниз ехать, пожалуйста.
Что? Стрелять по интеллекту. Я не успел прочитать, подожди. А, по вентилям. Загадочки, серьезно. Так, ну сначала ты. Фух, ладно, хоть он останавливается. Чего я все пустил? Чего не так-то, алло? Горючее должно добраться. Я так все и делал. Куда ты влез-то, ну? Кто? Ага. Собака трусливая. А ты чё не сдох-то? Куда ползёшь? Так, где поворот-то? Я не видел. Не видел, где был поворотник. Ладно, идем прямо. Ай, больно. Так, нормально. Сейчас будем отстреливаться, я так понимаю. Хорош. Я не понимаю, почему у меня эти пропадают. Почему они на пистолет заменяются? Может, они на какое-то количество патронов? Да ты. Блин, не пистолет. Походу они реально на количество патронов рассчитаны. Это плохо. Нормально. 25 тысяч очков. За что? И где финал этого уровня, я не понимаю. Я хочу завершить эту поездку, пожалуйста. Меня слишком сильно укачало уже. Нельзя, нельзя так слишком много, слишком резко. Ой, ну. Ай, сейчас опять, сука, вниз поедем. Кто ты? Блин, нафига мне эти патрончики там? Блин, врубай! Или чё, в смысле? Так, нормально. Да ещё не всё, что ли?
слышал, что ли? Фу, вздох тип. Да хорош! А этим с головой. Без головок не надо патроны тратить. Опа. Опа! Куда пошел? Козел. Бляха, ресторан. Мне это не нравится. Как бы главным блюдом я не стал. Я упаду! А я что могу поделать? Так, тут запустили, тут тоже. Я тебя спас. Нормально. Че, поехали? А, там кино, друзья. Спасибо. Это счет, это финиш. Это финишная прямая, слава богу. Я еле доехал. Меня очень сильно укачивает, когда эта херня начинает ускоряться. Выжить первый рейс, отлично. Не-не-не-не-не. Давайте на этом. На этом мы на сегодня закончим. Ох, это было жестко на самом деле. Тихо. Фух. Я надеюсь, там все хорошо записалось. Ой, я весь опять мокрый. Я просто весь вспотел пока. Сколько мы играли? Не так много, по-моему, играли, но... Не вижу. Что-то, короче, в районе 15, может, 20 минут. Но я просто весь мокрый, у меня вся башка мокрая. Не потому, что в шлеме жарко, реально из-за того, что, мне кажется, меня как-то укачивает в нем. Особенно вот на этих быстрых съездах, это просто пипец. Но игруха прикольная, будем продолжать. Вот, небольшими, так сказать, порциями, в принципе, все это нормально, в принципе, все это терпимо. Вот, на этом на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Увидимся обязательно в следующей серии. Всем до встречи и всем пока.